Алло. Ян, покажи, сколько тебе налили, говорит. Один глоток, который она отпила из моего бокала. Ну, погнали арену смотреть. Это, наверное, вечный деф и волны. Ну, видимо. Я теперь тоже твой перс. У меня тоже получается Works One Perl воскрешение. О, там часики, смотри, песочные. А, ну, видимо, их и надо запустить. Нет? Да, я просто смотрю, вдруг тут что-то блин, есть. Блин, а может быть, нам надо было как-то в меню выйти? Смотри, у нас все еще 11 этих шаров. Может быть, мы что-то могли прокачать и не подумали над этим. Может, выйдем по... Давай выйдем пока, да, ничего не сделали. Artifacts. Settings. Character. Position reset. Что? Давай в менюшечку глянем. Emporium датабаза есть какая-то. Это где-то? В меню прям выходи. Можно про монстров почитать, их базовое количество хп. Что нас убило? А, мы не убили этого монстра, поэтому мы, видимо, о нем ничего не знаем. Collector, Can Summon Relentless Spirits, Gatekeepers у нас пока только два. Артефакты мы увидели процентов 10 артов. И что такое Emporium? Группы артефактов, базовые сеты. Тут что-то вот как раз видишь, здесь сверху это валюта. Да, вижу валюту, отображусь. Там снизу Титан 200, там можно покупать какие-то. Не вижу. А, вижу. Да, значит, анлокать надо предметы, сеты, да? Вот Титан 200, поехали. Ну что, все анлокаем? Ну, если можно. А у нас общая? Нет. Бабло меч мимайсов. Ну, наверное, есть смысл анлокать базовые штуки, потому чтобы разнообразие было. Так что я думаю, я весь титан анлокну. On the edge. Не хватило. И чё, и все, вот они купятся. А, там ниже. О, там колесиком прокрутить можно. Да, там еще видишь, ачивками надо открыть. Прикольно они сделали, что видно там условия и под ним арты. Ну да, неплохо. Find Juju. Eternal Heart и Opal Eye. Хорошо, значит, теперь у нас будет побольше вариативности в предметах, и это хорошо. Блин, опять читать. Заходи. О, нифига, там теперь еще два человека, короче, играют, вот, кроме тебя. К нам, если что, кто-то может зайти. Что там, стримеры какие-нибудь? Ну иначе, а кто еще? Ну-ка давай посмотрим, стримит кто-то вообще игру? Gatekeeper. Ну, есть кто-то не на русском языке, один чел на 8 зрителей. Ну вот там Марф и кто-то там Фокси было. Нет, тут уже нет. Nemo Discoverers какие-то. Ладно, поехали. Арена, вторая сложность, лендинг. Ту-ту-ту, разработчики катают. Может быть. А, ну все, да, их правда активировать надо было. Я в прошлый раз не заметил кнопку. Ту-ду-ду-ту-ду-ду-ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А пробел у него дамажит? Нет. Helps avoid damage, quick dash? Нет, видимо. In direction of movement? Или куда смотрит? Не, movement именно. Я понял. Не знаю, но как-то удобно, короче. Не, в сторону, куда ты бежишь, он дэшит. Ну вот да, я просто всегда забываю, что из этого удобнее. Вот это удобно. Ну обычно, да, удобнее туда, куда идешь. Так, и что здесь? Смотри, рука сверху снизу есть. Пойдем заберем. Да. Интересно, она 20 дэмэджа каждые 0,2 секунды в небольшом радиусе. Для милишника чист. Это чеснок. А, и тебе тоже, да? Это, короче, да. Чеснок из этого. Из вампир сурвайверов. Сверху рука. Да-да-да, сверху пойдем заберем. Аргумент. А, то же самое. Да блин, в смысле? Мне другое дали. 25. А я неудачник, я теперь с чесноком. ХП и дэмэдж дали. Норм. О, выбор.
он чанс, он хит ракетки. И инерция? И которая милишная, вот это вот, я не запомнил название. Так, ну чё, запускаем? Кстати, время не идет. Kill them all. И здесь, наверное, тоже будут и спавн вот этой штуки. И, короче, ну, это и защита тотема, то есть те же геймплейные решения, скорее всего, будут. Думаешь? Я думаю, да. Ну, раз пишет kill them all, ну, хотя может здесь только убивать, не знаю. Мне кажется, здесь просто надо выжить в волне. Посмотрим, посмотрим. Там рука сверху появилась. Плюс 5 крит шанс пойдет. Тебе тоже дали? У нас все-таки одинаково или нет? Нет, не одинаково. Нет, нет, мне враги с хп меньше там. Прицел довольно. Прицел довольно приятный, и видно, когда ты то ли попадаешь, то ли. Да, даже я попадаю иногда. Да, он, короче, подсвечивается, когда ты. Вернее, ну, под это, подпрыгивает, когда ты стреляешь. И одновременно этот в центре появляется, когда ты попадаешь. О, а таких... мне нравится. Я что-то, видимо, не дочитала, и у меня теперь ПКМ 2. А, повезло тебе. О, рука. Слушай, это вроде бы редкий предмет. A skill hit on enemy with full health launches a projectile. Так, skill это ПКМ, да? Окей, мне просто крит дали. Или это любой скилл хит on enemy with full health. Ой, прокачка да, обилки. Да. А, Bane Seal on hit. А, the second skill gain addition in charge of use. Вот, я что-то... Прикольно, второй раз, кстати, выпадает. Damage to burning enemies. Skill damage. Perfect English. Может, кто-то из нас вкачает горение, а второй, наоборот, вкачается в эти... Ты какой, на... В баунсы? На единичку горение? Горение на двоечку игнайт будет, а на четверочку урон по этим, по врагам. Я четверочку хочу. Ну, давай я тогда начну врагов поджигать. У меня, короче, 3 стака ПКМа теперь. О, тебе. Так, может, а тебе надо было в ПКМ вкачиваться? Поздно. Тимворк, как говорится. Да, нормально сойдет. Считай мы рандомы. Уже, кстати, больше минуты или уже было больше? По-моему, я минута у нас была волна. Сейчас вот минута только рука начинается. Сверху. Как-то с одной стороны руку легко брать, с другой стороны какой-то безвыборно. Волны. Ну, видишь, зато не заставляет тебя думать, когда тебе надо с врагами сражаться. Тоже приятно. Ой, я люблю игры, где не надо думать. Это моя любимая стратка. Снизу рука. Okay. Блин, дэмэдж в миле пришел. Шипастый. Короче, в следующий раз ты ПКМ качаешь, раз у тебя их 3. Ладно. А я их качаю. Будешь врагов поджигать. Еще рука слева. Skill with an enemy at full health. Байонета или хит, конечно же, хит. Немножко мув спида хочу. Погнали? А, или... Да, давай. Почему-то не могу нажать. Может быть, ты что-то не вкачала? А. Может, нет, а теперь 2 минуты отбиваемся. Ну, все ясно.
Ну, вот вроде реально неплохо сделано, такое чувство, как будто вот наскучит быстро. У меня такое и в демках было. Тут мета страдает. И даже не знаю, чего не хватает, не могу так прям сразу сказать. Но она очень линейная, как будто бы. Встречаться. Чат, вот что бы вы добавили в игру? Я пока не могу понять, что не так. Слева рука. Еще крит шанс. Он просто не выглядит веселым. А, ну понятно. Для меня на втором мониторе. Ну вот, при том, что ты любишь вампирлайки те же, а здесь как бы, ну, орды врагов тоже, ну, они не прям такие уж орды, но... Не знаю, я тоже не знаю, как объяснить. Вот вроде... Я знаю, что мне не нравилось в демках. Однообразие предметов и так далее. Здесь вот мы видим, что предметы открываются метой там. After kill, the next skill. Ага. О, все, я качаю damage to burning enemies. А ты качай... KM, чтобы игнайтить enemies. Приходы от Локи к Локи с выбором наград, как в Хейдосе и богов, и базу, как в... Как в Хейдесе, сделать эту игру Хейдеса. У меня 4-й стак ПКМа. Прикольно тебе. А я беру талисман, который я так... Нет, при убийстве врагов буду самонить мобцов лучше. А, тут два предмета. Фиолетовый какой-то. Но мне нравится, как вот они прокачку сделали справа. Ты все еще можешь бегать и выбирать. Да, это в целом, ну, по удобству игра, да, прикольная. 1-2 можно нажимать, Q2, Q3, там, быстро увидел иконку, да. Потому что на сложных уровнях наверняка это будет 20% шанс. Он килл, создать импульс. Ну, давай. Я не буду тогда доп заряды брать, ты себе набрала заряды. Да, я тогда прокачала. Мы, по-моему, не видели таких черепков серых. Вообще, такие какие-то роботы еще гуляют. Ой, это что такое? Взрывается. Ты видел? Не видел, нет. Это, видимо, вот эти вот придурочные... Там какие-то много маленьких бомбочек. А, да, вижу. Какая-то артиллерия нас с тобой дамажит. А откуда? Я даже не знаю. Shift! Это, видимо, вот эти, которые просто ходят от нас далеко и, может быть, они... Наверное. Мне не нравится, что мобы спавнятся за камерой, и ты не видишь их вообще. Ну, то есть новые мобы. Ну, а как еще? Не знаю. Здесь очень много врагов, поэтому... Пока. В том же Роре у тебя тоже... Ну, мне кажется, они не атаковали так прям, до... ну, за камерой, пока ты к ним не подошел. Бегу на руку. Да, это вот эти роботы, которые по бокам ходят. Ага, кетл-бул, первый скилл, чанс по ушинами. Первый скилл — это базовый считается, да? Так, я все еще навожусь пока на скиллы, чтобы понять, что они дают. Несмотря на то, что сказал, что по иконке вроде как это. Не, просто удобно было бы 1, 2, 3 нажимать. Тут две руки, Ян. Тут две руки. Я поняла, бегающий чувак меня в спину толкнул прям под удар. У меня какой-то новый предмет выпал, Eternal Heart. Каждый хит восстанавливает 1 хп, я вампирку собрал, выбил. Класс. Это я ее купил в этой месяц тогда. Теперь Vampire Survival. О, босс. Давай вначале этих роботов убьем, которые... Можно рядом с ними, короче, ходить и дамажить их чесноком. Я чуть не умер. Было, меня убило. Я чё... А, второй шанс, я забыла. Да. Это босс, видимо, самонаводки какие-то пустил. Я что-то тоже... Вот, блин, из... Не, короче, за экраном. Угу. О, сейчас... колонны.
Там снизу рука еще, если что. Во, босс с огоньками пускается. Тоже по кругу надо кайтить, судя по всему. Колонны. Теперь у меня ачивка. Умрите за 2 секунды. С фулл хп. Понял. Давай, у тебя там запасное хп есть. А чё он такой жесткий с этими фаерболами? Короче, от них надо сразу уйти попробовать, видимо. А, слушай, мне кажется, что Рор интереснее, потому что там у тебя настакиваются артефакты активнее, и у тебя вообще какая-то жесть получается. Короче, надо дэшем. Не, ну тут артефакты достаточно тоже интересные, там и всякие он хит-эффекты есть. Короче, когда он вот эти вот выстрелы выпускает, надо дэшнуться и потом бежать. Видимо... Нет! Я не знаю. Ну, у тебя хп еще есть. Да твою опять! Блин, прикольно было бы, если бы можно было... Слушай, они за... он за стеной можно прятаться, видимо. Они в стену влетают. Ну, тут не так много стен. Они есть. Но не всегда они между вами. Изи. В него еще и стрелять можно. Да, мои пули пролетают. Что ты все никак эту руку не возьмешь? Не, эту я взял. Это ты как раз таки не взял. А, смотри-ка, они вообще влетели в текстуру. А, это я не взяла. Ну, это тоже стеной считается, да. О, ты его убил, видимо, потому что я резнулась. Да, я его убил. А, так. При убийстве 8% плюс 7 перстак шанс оставить ослабляющее облако. Ну, возьмем. Чем больше нету тут? О, рецепчик был, он у нас, спасибо большое, я не заметил, мы тут это, ваше здоровье, спасибо, с праздничком. Виды оружия, может, или набор скиллов менять, билд строение пока скучно. Ты знаешь, вот немножко странно, что вот это было и в демке, вот это я точно вспомнил, ты сейчас правду говоришь. Когда мы качаем обилку, всегда она качается только в один путь. Почему нет выбора? Чтобы было проще, или что, там лут с босса был? В смысле, я чего его не взял? Вроде нет. Ну, нам дали итемы какие-то. Он с нами робота какие-то летает. Ну, это как бы за конец Локи, не знаю. А, лут это, наверное, валюта выпала местная. Ну, вот это мет-прогрессия. Тут, да, вот тут я точно соглашусь, потому что... очень хочется выбор какой-то делать. Но, видите, наверное, сделано без выбора, чтобы было проще в ПВУ сражения это сделать. Все-таки время не останавливается. Ну, знаешь, все упрощать, упрощать, и тогда... Ну да, если все упрощать, согласен. Так-то ты снизу, не руками. В общем, да, все-таки выбор билдостроения нужен. Вот как в том же Raven's Watch, да? У нас мы при прокачке, мы выбираем всегда разные билки и выходим в разный билд. А здесь у тебя обилки всегда одинаково усиляются, это, конечно, немножко скучно. Да, да, вот это точно им надо бы сделать. Воу, воу. Очень много врагов, да. Поджигай и кидай в них бумеранги. Еще снизу парочка есть. Там еще рука есть? Ну, вот тут вот стояла. Explosion Radius gains bonuses of elemental damage. Я продолжаю F-ку качать, ты качай ПКМы. Их наводка какая-то странная, я все не могу понять, они меткие или нет. Я не могу понять, как они стреляют. Стреляют, когда синеньким светится. Но она на полсекунды где-то останавливается. Так что в целом, если идти. Если постоянно двигаться. Да, если постоянно двигаться, они не попадают. Что норм. Они еще и тэпаются. Что из-за упрощенной игры системы сама себя игра играет. Ну блин, а вы что, в вампирвайке не играли? Там тоже сама себя игра играет. И весь прикол в выборах в магазине и так далее.
не просто не играли, он Пега прям, например, обожает вампирлайки, там те же, тут же его любимый... Фостер обожает. Я забыл, как он называется. Так, интересно, будет босс? 3, 2... Да не, я думаю, не так часто для боссов. Стой! Еще одна рука снизу. Волна, видимо. Там еще одна рука прям сильно снизу заспаунилась. Талисман атак. Kill Viking Cloud. Kill Create Impulse. Буду стакать стараться. Вот, в соулстоунах, да. Ну, надо будет еще, конечно, посмотреть, сколько игрок стоить будет. Это очень немаловажный фактор. Пауки жирные, это я помню. Ага, и черепа еще вылезают из них иногда. Ну или не из них, все-таки не знаю. Так я и не понял. Интересно, наше воскрешение когда-нибудь к нам вернется, пассивка? Нет, написано once это. Мало ли что написано. Рука сверху появилась, и роботы вонючие, которые стреляют. Роботы мерзкие. Ай, бумеранг улетел куда-то. Молоко. Вроде всех отбили, должна была где-нибудь рука появиться. Да. Обычно так работает. Там роботы ходят. Ну, судя по всему, их несколько штук. Говорят, встречает по одежке, одежка этой игры как мех прям. Ну, еще от камеры плохо. Когда камерой вожу вот так, типа, ну не знаю. Ну, мне типа ты чуть. Тоже было плохо, потом я привык. Ну ты чутка дальше видишь, не знаю, типа, ну, вполне нормальная тема для таких игр. В зависимости от поворота мыши, куда-то смотришь в другую сторону. Вполне обычная история, мне кажется. ДЭшки потихоньку начинаю запоминать. Игра вышла? Нет, игра, к сожалению, выйдет только через... Кстати, если ты случайно промахиваешься бумерангом, он попадает в стену и потом все равно летит во врагов. Игра выйдет только через 10 дней. 10 мая назначен релиз. Нам дали ранний доступ поиграть и показать вам игру. Вот, релиза пока нет. Очень ранний. Типа 10 дней, это прям жесть, какой ранний. Видимо, фишка издателя. Решили, видимо, вот так вот сделать. Одна рука снизу вижу. А, да, там сверху роботы. Ну, я пойду руку пока заберу. After kill, the next skill deals more damage. О, 4 руки снизу у меня. Офигеть. The next skill. Может быть, это относится и к базовым тычкам? То есть убил, больше не стреляй. Все. Жми обилку. Все. Интересно, если так. Ты сколько здоровья? 216 всего лишь. У меня вообще на здоровье не падали штуки. Че, поехали? 318, 18 уровень. Я не могу нажать почему-то, может быть... Да потому что я не в поле. А, мы прямо оба в поле должны быть. Не понял этого сразу. Ты, может, кто-то не готов. Ой, вот эти роботы жесткие и мерзкие. Ой, ассасинов не хочу. Да. И мухи очень тоже в целом мерзкие. Да мухи хрен с ним, они хоть умирают. И не тэпаются, они просто рывок делают. Ничего нет. Ничего нет. Нет. Эволюшн есть. Ого. Я а, вон там... А, я понял, почему ничего нет. Ну ладно.
потому что они только появились. Обычно же они черепочками показывают. Вообще, да. Не знаю, может быть. Ну, слушай, довольно быстро отъехали эти гигантские. Надеюсь, не мы. Моба. Ну, я в одного слила все свои, типа, КМы. Угу. Но остальные просто отъехали. Там руки снизу. О, нет, наш Немезис. Зажали. В стену, просто в стену зажали. Не могла выйти. Почему они бодиблочат? Давай, живи. Да живу. Пытаюсь. У тебя вообще хп еще есть. Меня один раз ударил вот этот чел, и я сразу чуть не помер. Приснулась? Нет еще? Вот в эту стену меня втолкнет, нет, я в конце волны приснусь. Ну, я думал уже, что волна может быть закончилась, я до этого надеялся, понимаешь? Нет. Меня прям втоптали в стену. Угу. Еще 40 секунд. Я понял. Так, этого убил, да боже мой! В конце волны они, интересно, пропадут или нет? Нет, всех убить надо. Там же всегда kill them all. А, ну да. Интересно, что будет, если прокачать все билки? Короче, к этому роботу просто нельзя подходить. Бумеранг затащил. Ну нет, бумеранг не затащил. Вообще ничего не сделал. Ну, вот эти динозавры, конечно, слабенькие. Типа, если ты просто бежишь, они тебя вообще не дамажат. Можно только случайно под хвост попасть. Одна ошибка, и ты ошибся. Ну да. Либо под хвост, либо в стену случайно войти. Нельзя же стрелять и шифтить одновременно. Нет, нет. Я что, фаербол врезался просто? Ну нет. Так а чё, мувспид и доволен? Да даже без мувспида, мне кажется, они бы все равно не доставали. У меня где-то 20% мувспида всего. Ни один предмет на него не взят. Только в прокачке чуть-чуть. Ой, я резнулась. Хорошо, можешь забрать я здесь думаю. Чё-нибудь или все исчезло? Да, руки болтают. А, руки можешь, да, кайф. А левел у тебя какой? 20-й. У меня 22. Уменьшение ХП врагов до 50% запускает 3 раки поджигающих ракеты. О, поджог, наверное, с нашей обилкой работать будет. 25, в радиусе 25 плюс 100 дэмэджа плюс элементальные бонусы. Мне кажется, у нас пока нету вот этих вот элементальных бонусов. Еще на этой арене как-то метовых предметов не дают. Либо мы их не видим и не собираем, но у нас всего один. Может, не везет? Может. Один предмет у меня на скорость. А, да, есть один предмет на скорость. О, такой да. Штуки еще и не видела. Который? Это же вроде обычные роботы. А, робот. Вон там. Я его помню с демки, он был довольно жестким. Еще роботы, которые камнями кидаются. Напоминаю, знаешь, это мем со Спанч Бобом? Где они, типа, такие... Как ко мне? С камнем? Пещерные люди. И пещерные. Вот это роботы такие, камни. Так, кто там? Реально, вроде гигантский робот мог бы лазером из глаз херачить. Он камень берет, кидает. Смор... Вон этот твой элиточка Эфрит стоит.
какой-то. Мой? Нет. Ну, враг. Блин, сколько у меня вот этих вот протоколов 1.0? 5%, 20%, да, при выстреле какие-то штуки накидывать. Если посмотреть. Вот что делают эти мобы, я так не поняла. First skill. First skill, да, это этот. Выпускай прожектор на 180 дэмэджа. Будет хорошо, если мы не будем видеть, что они делают, в принципе. Блин, фигня какая-то. Мне аренка больше, кстати, нравится. Так же, как и в Роре, мы с тобой последние разы, когда аренку вместе играли, мне нравилось больше, чем вот этот бег по локациям и так далее. Ну, мне в Роре классический нравится режим. Не, ну тоже, но он, типа, классический режим в Роре мне, честно говоря, надоел. Вот аренка... Там снизу еще рука есть. Не, мне нормально. Еще. Возьми-ка а, немножко, ну 30 атак секунд спидом. Еще волна. Ага, вон там появились эти. Слушай, они под нами взрывы ставят. Они типа... Или это не они, или это другие мобы. Не знаю. Слушай, я сейчас увидел, подо мной прям появлялись взрывы. Надо было обязательно бежать, чтобы... Ну не, они, по-моему, просто пульнули какую-то горсть. А, как дробовик, да, наверное. Да, вижу. У них, видимо, две атаки. Одна это с закопкой в землю, типа. Vessel drops from a kill. О, release the wave! Вот бы почаще эта штука приходила. Для пистолетчика прям волна урона звучит очень кайфово. Пью-пью-пью. Мы, кстати, руками стреляем, видела, да? Не пистолетов, ничего. Пью-пью-пью. Мы сами роботы вроде. Сколько ты наиграл в No Rest for the Wicked? Какой левел апнул? Что-то типа на 18-м остановился, только сюжет прошел. Я на YouTube все выложил. Слышишь? Каждые 5 уровней, что ли? А как ты это узнал? Мне кажется, да, но прошлый тоже на 5-м было. А 10-й такое число, грех босса не поставить. Ну да, каждые 5 логично боссов бахать. Ой, появлялись прям рядом. Вот эти вот фиолетовые лужи, если что, это от меня остаются. Наш, да, и от меня. У тебя тоже есть, у да? У меня тоже есть. Ага. Это Weakness Cloud? Или да, это Weakness. Ага, эти еще и в миле умеют не только дробовиком стрелять. Ты вообще лучше никому не подходи. Explosion Radius, Skill Damage. Почему чисто базовую тычку? Тут две руки, кстати, снизу, если что. Много роботов в середине, если что. Окей. Damage per stack просто 25 халявного дэмэджа. Просто, вот просто, опаловый глаз. Просто дает дэмэдж. Кайф. Еще базового дэмэджа, конечно. Одна снизу рука только что поднялась. Угу. У нас еще минута. Брата-то все равно лучше. Ну, блин, ну с брата-то вообще не сравнивать, ребята. Тут реально, тут разработчики пытались сделать явно Risk of Rain в... Ну, вы пытаетесь сравнивать разные игры, да, я понимаю. Типа в чем прикол? Risk of Rain в... Там, в изометрии. Изометрии. Да. Как бы очевидно, да. Явно, ну, не с брата-то, все же не... Вот это, конечно, прекрасно, и скоро в ней появится колбижу такой же. Давай не забывай прятаться у стен. Я забыла, Сереж. Ну, в смысле, я помнила, но не смогла. Ага, я понял. И вообще на шифте, походу, просто надо еще бегать.
Блин, ну вот это, конечно, пока там самый жесткий. Это два босса, два босса. А, их два, да? Вроде бы, да, сверху посмотри, еще один, кажется, там, да? Угу, понятно. Ну, сейчас посмотрю. Не закрутил, да. Да, не посмотрю уже. А, у тебя уже все? Ну, по-моему, там два было босса, там сверху еще такой, такие же руки. Что-то этот какой-то очень жесткий взорварк с приветом. Да, вон, видишь? Ходят на экране. Вижу. 25 минут мы в аренку всего играли, но, блин, всего один предмет меты заработали. Коллектор Омни Стоунс 0. Про валюту? Да. Ну, хватит на то, чтобы разблокировать там. Да, ну, на один предмет все. Колонна твоя... Да что-то я не уверен, что колонны бы хватило. Типа, стена звучит круче, чем колонна в данной ситуации, потому что блочит как-то, не знаю. А, слушай, там новый у нас артефакт анлокнулся, на него не хватает. У меня нету, это ты, видимо, ачивку сделала. Дезориентейшн. А, не, он и до этого был вроде у меня. А, у меня не было. Это, видимо, ачивка «Умри там за 2 секунды». Чё? А, да, скорее всего. Ну, протокол 2.0. Какие-то пули. Попадая первым скиллом, то есть тычками, 10% шанс запустить проектайл, который пробивает врагов. Ну, ясно. Вот с этой штукой теперь можно, например, собираться в базовые атаки. Можно. Ну, ясно. Че еще? Может быть, еще раз аренку, а то она так быстро закончилась. Ну, можно. Прям хз. Но я не гарантирую, что я не умру на этом боссе снова. Блин, хотелось бы, конечно, новых персов открыть. Для этого надо, наверное, в обычный режим играть. Ну вот да, мне тоже почему-то так кажется. Давай попробуем сложность повыше. Я понимаю, что мы не справились с этой. Тогда ты один будешь, да, играть. Вот так всегда с тобой играешь. Типа, ой, мы умерли, давай еще сложнее сделаем. Ну раз дают... Пиздюлей дают, чё дают? Давай, арена, ну быстрая будет, на 150%, давай попробуем. Ну, так, я опять милишника попробую. Давай. Не хочешь милишника попробовать, нет? Не хочу. Ну ладно. Я примерно... Русского нету, вообще заявлен в Стиме, так что, может быть, через 10 дней появится. У нас это ранняя версия, да, поэтому... Вполне возможно, появится. Не посмотрели, сколько там урона внесли вот это все. Скамерство. Рука слева. ХП реген. Ну, пойдет для милишника. Начну-ка я немножко со скорости передвижения. Я лям внес. А я? А ты стрим начинаешь, чтобы было видно. Эх, мне опять эта волна пришла, только она мне не очень подходит. Как будто бы. Хотя, может быть, какой-то ритуал срабатывает. Там же любой урон, видимо. А чё, врубаем? Бежал за тобой, а ударил меня. Рука. Эх, предмет для первого чела. Блин, хочется на самом деле другие классы посмотреть, а мы за забеги ничего не открыли. Да. За один забег. А, рука, кстати, снизу. Не
Не знаю, ты брала, нет? Эту нет. Блин, мне опять этот выстрелы пришли. Я беру и не выпендриваюсь. Бесплатно, без выбора. Ну, бесплатно, без выбора, да. Ну, типа, блин. В прошлый раз бы это падало, я бы прям фулл автоатак билд пошел, возможно. А так... Еще рука. Skill hit on an enemy with full health. Ой, неплохо, кстати. Буду стараться макс хп почти всегда брать, если дают. Вот крутых, видимо, нам не хватает предметов. Типа вот постоянно почти одинаковые падают. И я бы не сказал, что прям сильно крутые, особенно для милишника. Здесь выбор как будто не очень большой. Потому что милишников никто не любит, кроме тебя. Даже разрабы. Давай спросим чат. Кто любит милишников? Плюс в чат. Дайте маг. За каждый плюс ваша писька уменьшается на миллиметр. О, вот это для милишника. Плюс 50 урона в миле. Найс. Реально буду стараться базовое хп качать по максимуму. Я понимаю, что урон в таких играх довольно важен, но... Базовое хп. Я в роли только за наемника играл. Наемник, который самый базовый, с пистолетами? Это же не ассасин, который, не? Просто, да, просто. Потому что это база. Жанна не милитанк, какие-нибудь берсы. Берсы, тема. А, именно с мечом, который, да, все-таки? Да, он крутой, если научиться особенно. Конечно, третий страйк, но сторон. Блин, так не хочу в одно и то же вкачиваться, как в прошлый раз, через ворон. Попробую в базовую тычку в этот раз чуть-чуть выйти. Там сверху рука, если что. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что за красный адреналиновый пил? Плюс 25 максимум хелс, 15 дэмэдж. А, и то, всего, всего понемножку. Кайф. Кстати, ты, скорее всего, тоже наносишь больше урона вот в этой ауре моей. Ну, типа, если я просто с врагами рядом стою. Ну и что, мне с тобой теперь врагам в лицо подходить? Не-не-не, я имею в виду наоборот, если враги в ауре стоят, ты, скорее всего, на них дамажишь больше. Хотя, не, как там написано. Плюс 50 дэмэдж, within 8 unit, 2 дэмэдж, не, ну не знаю, не знаю, а что там рука есть слева. Слева? Ну, снизу слева. Тут вообще по сегментам, так что да, в нижнем сегменте. Больше танков. Но я тоже больше, да, по танкам обычно играю. Левая еще появилась. Ага. Эволюция. Сейчас стараюсь базовые хп накачивать, как только дают. Прям как будто бы очень не хватало. Какая-нибудь хилка, регенерация, это придет, наверное. Без выбора. Интересно, если нас было бы четверо, врагов было бы больше, или у них просто было бы больше хп урона? Что вообще влияет? Так радиус. Мне кажется, они были бы жирнее. Давай базу попробую на 3 накачать, интересно. Правда, такая медленная. Для базы надо еще так спид брать. А я его не беру. Обычно все-таки через обилки хочется дамажить снизу рука.
Heal, create an impulse. А у меня разве этого не было? А босс будет получать. Vessel drops from Akibana. Impulse observation. Скорее всего... Чё, ещё рука? Подожди-ка. А, да, я её не успел взять из-за того, что выбор был. О, пришёл чеснок. Дальше будет босс. Скорее всего. Ура! Чеснок для милишника. Блин, реально тут ПКМ в какие-то кусты врезается. Нормально так отлетают, в принципе. Особенно отлетают... Я в основном мобилки на убийство беру, вместо тех, что дают. Поэтому, когда враги умирают, урона дофига. Все вот эти вот спавны лазеров всяких. В спида, думаю, пригодится против некоторых боссов. Как оказалось. А вот и босс. А, ну хотя бы другой. Ну хотя бы как первый, которого мы видели. А то до этого... Принц. Да. Тут робот был вообще слишком жестким. Нифига себе, мне сейчас что-то почти во все хп. Это, скорее всего, ракета была. Вот, вот ракеты уклоняйся пока что. Они прям больно бьют. Короче, босс с обычного режима у нас был. А да тот босс тоже был с обычного, но, возможно, более поздний. Может быть, нам не повезло, потому что... Мы его не застали. Но его ракеты, да, очень самонаводящиеся были. Прям вообще нереально. Есть. Ну, это было гораздо проще. А, ну и да, из босса один шарик падает. Вот почему мы так мало шариков наутали в прошлый раз. Возьму все-таки вот эту штуку. Hitting with the first. Kill. Each hit restores HP. Норм. И еще раз each hit restores HP. Ну, не то чтобы много хитов в сравнении с пистолетчиком. Вот тут эти пошли монстры. С дальних локаций. Я, короче, себе КДшки даже решил не уменьшать в этот раз. Я просто накачиваю макс КП. У меня уже 480. Ну, 450. Понятно. Консерву играешь. Охренеть, тут грибов в этот раз заспал. Да. А, ну смотри, в прошлый раз у нас были... Угу, к ним лучше не подходить. Да, но они спавнились за спиной вообще. Ну да, ну я к тому, что в прошлый раз у нас были динозавры, а теперь грибы, видимо, во врагах. Шанс триггернуть Bloodthirst. А, чё, босс? Босс? Да, босс. А почему? Ну, видимо, такой вот рандом. Ты зачем туда пришёл? Да, мы его не звали. Какие-то шары. Это Бостон Дайнамикс. Да, кстати, реально. Он подошел ко мне и решил ударить просто в миле этот босс, а пока что просто ходит вроде бы.
У меня столько урона нет, чтобы все вот это говно счищать. Мне очень стрёмно подходить. Блин, он еще шаров каких накидал катающихся. Я один раз умерла. Уже? Да. Да эти грибы, я... Бля, ты видишь, что там в центре вообще происходит? Да. Говно. Короче, этот пес в мели это делает чё? Атаку. Эта волна хуже прошлой с боссом. Да, мне что-то тоже не нравятся эти анимации. Охренеть. Я типа не знаю, что сейчас убивать вообще. Ты умерла? Все, я не могу. Они просто везде со своими кругами. Ну, напоминаю, что мы сложность по чуть-чуть потяжелее выбрали сейчас. А, то есть ты это все натворил? Да. Расстраивайся тогда. Надо бы мне урон начинать накачивать. А то в танковость вкачался, а дамажить нечем. Песня, я рассчитывал на тебя как на дамагера. Я танк. Ух, ну вообще. Я тебя предупреждала, если повышаешь сложность, то значит ты будешь еще больше времени играть сам. Я вообще тебе не тостер. Не тостер. Ты круче тостер. Слушай, ну все, остались только грибочки и босс, походу. Срущий шарами пес из Бостона. А, он еще метеоритами срет. Ауч! Мне кажется, ты без меня лучше проходишь. Нет. Ау. Получай, пес. Роботы не захватят наш мир. Короче, качать хп полезно, я заметил. Он хит, has 10% шанс to tag enemy. А, ну звучит неплохо. Слушай, у меня 240 хп. Ну, 540 плюс 240%. Чё, подбиваешься ещё? Да. И винишко закончилось. Давай пока ты руки собираешь и под винишко налью. А я уж все собрала. Собирай, собирай. Как тебе тут прохладно? Слушай, а ты можешь окошко открыть? Я кондей выключу. Нет, кондей до меня дойдет. Не дойдет. Вот если бы ты не орал так на стриме, ты бы в комнате с кондеем мог бы стримить. Открытие после спины. Да. Блин, хорошая, да, винишка. Такое прям. В целом, как я люблю. Красное сухое такое немножечко горчит, терпкое, не знаю. Кайф. О, базовый моба. Но уже с големами. Это если бы, это, наверное, ну, не с големами, а вот с этими вот роботами каменными. Или они и до этого были? Не уверен. Не послушалась ли она сказала, я все допила? Я уведу, что она все дособрала. Кроу дэмэдж увеличивать.
Слушай, а опыта-то, походу, больше из-за сложности. Не уверен. Я чуть как будто быстрее качаюсь. Не уверен. Не знаю. Не знаю. Мы уже почти дошли. Просто, ну... Ну, мы в прошлый раз на 10-й, да, умерли. Может, мобов просто больше. Может. У меня в этот раз даже ПКМа нет дополнительного, и я там хоть ПКМом спамила. Да и вообще у меня там урон такой был приятный. Даже мне кажется, на базовом атаке. Челе прям в базовую атаку как-то надо вкладываться, там скорость ей накачивать. Ну мне там начала падать 4 стака, это вообще. Рука это снизу есть одна. И сверху. У меня 615 хп. А у меня 162. Ты вообще не качал? Наверное, я взяла какие-то артефакты, которые мне что-то пожевали. Потому что на 19 уровне у меня должно быть 300 с чем-то быть. Ну, вообще странновато, да. Я думала, что брать не читая нормальная идея. Может, тебе какой-то проклятый пришел, да? Нет, я сама его прокляла. Ладно. Мне пока в этой... То есть мы находили один проклятый в обычном режиме, но в этом режиме пока я проклятого не видел. Кто такая Яна, спрашивает в чате. Сама хочешь пояснить или мне? Зачем? Ну, мы как бы жили нормально, не зная друг друга. Не вижу это потребности. Знаю друг друга с этим челом, ты имеешь в виду? Да. Так, ну давай вот так, и конвертирует... О, хп в урон! Когда у меня так много хп, наверное, как страшно будет... Блин, возьми немного хп регена еще сверху. Это писа пишет. Это писа получается. Бесспорно. Бесспорно. Блин, чушь я, это, наверное... Какая-то из пассивок перса не могла уменьшить? Да нет, это я что-то взяла. А щита никакого нету? Вместо нет. Этого нет? А то там, помнишь, например, в роре были предметы, которые там убирают все хп, превращают в щит, типа. Вы не могли бы нет. И здесь, наверное, такое сделать. И ты протоса превращаешься-то. Да, типа того. Вархонта. Ты напукал? Возможно. Нет, это все кресло. Блин, вкачивай столько хп, урон-то вроде есть и очень даже неплохой. Слушай, мы у нас пока эта сложность как будто даже лучше идет. Нет, хуже, когда у меня 100 хп. Ну так ты прокачай, не бери проклятый артефакт. Так как, когда я его не качала, у меня было раза в два больше на этом уровне. Девушка стример или просто стример? Это жена стример. Пожалуйста, знакомься. Я обуза в играх стримера. Ну, кроме Stardew, это так как-то без моих свинок. Да, без твоих свинок и трюфелей мы бы жили в бедности. Ну, кстати... Блин, вкачиваться в хп было гениальной идеей. Я сейчас вкачаю птиц. И они восстанавливают мне процент от максимального, когда по врагам попадают. Осталось еще скорость накачать, чтобы я вообще не умирал. Мы спавнились. Да мелочь всякая не спавнилась, которая умирает от взрывов. Как думаешь, будет в конце босс? Не, наверное, он бы уже появился. Ты что, там мне камень прилетел так больно, жесть. Так, movement speed, пожалуй. О, рука снизу. Все? Да. Кончилось. Да. Здравствуй, Джонатан Фауст. Приветствую.
Добрый вечер. Он killing enemies, summon и ресектует. Ну, пускай будет. Он hit a chance to launch a projectile. А это же то же самое. А, это только весь first skill, а это любым скиллом. Конечно же, нам отстик надо брать. First skill — это что-то для другого персонажа явно. Ну что, готово? Сейчас. Серёжа, они такие круглые. Ты что, твоей жены? В смысле? Так бы сразу, но... No, меня загрызли! F. Играй сам. Я просто предоставил ей возможность представиться. Как она захочет. Откуда у меня урон? У меня типа все в хп. Я реально не понимаю. Кажется, я нашел какой-то своего рода билд. Это еще не все предметы в игре открыли. Это наша остановочка. Не наша, а твоя пока что. Хит. Окей. Там, кажется, эволюция еще. 300, еще больше хп. О, урон в мели. Замечательно. О, нет, вот что. Вот моя остановочка. Хотя я быстрый. Зажали, кстати. У кого-то персонаж за счет увеличения хп урон увеличивается, но это вряд ли это. А где? Ну, это не та пассивка. Ну, тут нет такой пассивки явно. Так что... Это явно не тот персонаж, судя по всему. Блин, роботы так прикольно падают. Как же он свои удары жмет вот этот вот. О, там рука есть. Нет! Я пошел! Зачем драться, когда можно нажать shift и бежать? Пожалуй, качну еще мув спид. Слушай, вообще хорошо убиваю. Еще руки снизу. Я не знаю, откуда урон, но он есть. Ну, следующую мы точно не пройдем. Присайся и лутайся. Следующую волну? Да почему? Я говорю, да, я прям очень сильный. Там босс уже будет. Ну, если только ты соло затащишь, потому что я... Мне еще, кстати, талисман летает рядышком в сингл таргет, да, может, неплохо так. О, какие-то щитовики, мы таких не видели еще. Но я таких в демке помню. Мини-боссики какие-то, големы. Подходят, удар большой делают. Они распались на много маленьких, еще более маленьких мобов. Стараюсь сейчас хп покачать. Вот прям. Я качаю. Да, ложись по возможности. А я скорость пока вкладываю, чтобы врагов кайтить там вот это все. О, нифига, прыгнул в меня робот. Страшно. Я вот хожу по часовой стрелке, угу. И большой риск, что я врежусь в стену.
Ходи по очень более опасно. Узкому кругу. Или в моих там монстров куча... и... Там куча мобов, так нельзя. Ага. О, прокачка обилки, количество ворон, поехали, хиляющих меня. Странно, что броню никакую как стат не ввели. Уменьшение урона, типа, может быть, как предмет какой-то есть, которого мы пока что не видели. Может, не открыли. Я считаю, что еще в каждом рогалике должна быть защита от ваншота, то есть какое-то вот уменьшение урона, получаемого раз в секунду или что-нибудь такое. О, Гексана зарядила. Приветики, Гексана, здрасте. Мы тут с Яной Гексана, играем. Гексана, привет. Привет, и привет, и здрасте вам. Вот с Яной коопим тут потихонечку. Смотрели сегодня хэнкайный концертик? Я скорее просто как дополнительный враг для Тиана. Да нормально все, я уверен, у тебя урон есть. Не, урон есть, хп нет. Ну чё, ты живешь до сих пор, живешь? Я, кстати, пойду эти руки пособираю. Максимальное хп. Я, скорость бега. А вот и босс. Колесо, какие-то сирены. И сирены еще. У меня хп сирен показывает. Мне кажется, это тот чел, который у нас был, коллектор. Ну, робот мы там точно били. Есть какой-то. Тут, короче, много разных, видимо, врагов. Да, вот эти черепочки, которые летают. Говна кусок. Там два босса. Три босса. Три босса? Там есть еще этот дебильный. Да, вот этот вот с фаерболами, конечно, отвратительный. Меня ваншотнуло камнями. Ну что ты там говорила про этого? Нет, тут два этих. Не, ну три босса это совсем перебор. А что такое? Ты говорил, ой, какая сложность маленькая, надо еще. Жопу больно, но влезет еще. Да, ну мы попробовали, по крайней мере, на этой сложности кайф. Сколько у тебя урона? 2,5 миллиона. Кстати. А у меня 720 тысяч. Блин, ну вот где мы просели, я.